Этот вальс звучит сегодня для прекрасных женщин. Чуткие и заботливые матери дома, мастера своего дела на работе. Женщины, воспитавшие чемпионов, отличников, достойных граждан нашей страны. 8 марта принято поздравлять всех женщин, но все же. Самое почетное из множества ролей в жизни женщины – это материнство. Сегодня из рук главы республики сразу 5 женщин были удостоены почетного знака «Материнская слава». Пока в садике, старшим 7, младшим 2. У меня двойня, 2 двойни. Большой труд, сил много нужно, терпение. Секретов нет. Пытаемся, стараемся делать, успевать. По-другому никак. Подарки, цветы и настоящие овации для прекрасных дам, которые в полном смысле слова героически воспитывают кто 6, кто 9, а кто и целую дюжину деток. Очень искренне я хочу вас поздравить, наши дорогие, милые, любимые женщины, с этим праздником. Пожелать вам, чтобы у вас каждый день был вот такой, как сегодня, чтобы вы все время улыбались, чтобы вы были самые красивые, самые здоровые. И, конечно же, чтобы вы были рады и счастливы за самое главное, то, что есть у вас в жизни, это ваши дети. Вклад каждой из присутствующих в зале женщин в развитии нашей республики огромен. К примеру, Сабиру Батракову глава наградил благодарственным письмом. Она – мать 2 детей, педагог с почти 40-летним стажем и разработчик музея «История народов Карачаево-Черкесской республики». По сей день она трудится в детском саду. Я должна быть в окружении детей. Когда дети меня окружают, не только мои собственные, а мои детки, я очень счастлива. День за днем на самых разных работах и должностях женщины вносят вклад в социальную, культурную и научную жизнь республики, успевая при этом оставаться заботливыми женами и матерями. Всех их объединяет искренняя любовь к делу всей своей жизни, независимо от выбранной профессии. Я люблю за открытость души, то человеческих душ. Понимаете, вот строим мы, какими они будут, какими они станут. Вкладываешь частичку себя, сердца, тем более такой предмет гуманитарный, где вот сейчас трудное время, нужно, чтобы дети были милосердными, воспитанными. И я думаю, что вклад я делаю немалый. Начинала я... Практически все стадии прошла. Я овощеводом работала. Я работала по качеству продукции. Я работала агрономом, агрономом по защите. Работала управляющей. Работаю в данный момент старшим агрономом-технологом. Это любовь, наверное, к растениям. Очень, когда сильно любишь растения, наверное, это привязывает к этой работе. Праздничный вечер украсили своими номерами детские творческие коллективы и известные артисты. Каждый считал делом чести поздравить с 8 марта самых заслуженных мам Карачаева-Черкесии. Татек Джалавян, Олег Малхожев, Архыз, 24.